Сегодня мы решили спеть что-то легкое и веселое. Этакое новогоднее сорти, в котором будут и песни, и романс, и ретро-композиции, и итальянские песни, и джазовые композиции даже, и популярная классика. В духе добрых зимних праздников, когда наступает пора примирения, и все люди Земли желают друг другу только добра, мира и любви. И здесь как-никак, мне кажется, подходит романс о романсе. На слова Беллы Ахмадулиной музыка Андрея Петрова. Он так и начинается со слов: «Недовольно ли нам пререкаться? Не пора ли предаться любви?» Не пора.
очень часто слышали. Она транслировалась во всех торговых центрах, куда мы заходили для покупок к праздничному столу и за подарками. Эту песню написал американский композитор Джеймс Пьер-Отт в 1857 году, то есть аж в 19 веке. И называлась она тогда «Сани, в которой запряжена лошадка». Говорят, не рассказывай все. Но, оказывается, оригинал этой песни был гораздо серьезнее. Совсем не такой веселой, какой она исполняется сейчас. И она больше напоминала классические пьесы Моцарта. Кого бы вы думали, Моцарта. Кто довел эту песенку до того состояния, в котором она звучит сейчас, неизвестно. Но оригинал можно послушать. Запись его есть в интернете. Вы уже поняли, наверное, что речь идет о знаменитой веселой песенке «Джингл Беллс». Итальянской народной песни. Он сам очень любил эту музыку и впоследствии написал на нее всем известный неаполитанский танец в балете «Лебединое озеро». Итак,
неаполитанская песенка. Ты мне роскошный, не кудрявый, и с улыбкой на лице.
я бы сказала, она даже немножко философская. На слова Дерменева, музыка Максима Дунаевского, «Все пройдет».
что произведения, сделанные на заказ, обычно не имеют успеха. Получаются блеклыми, неинтересными. Но вот следующее произведение, которое мы споем, это утверждение опровергает. Эта песня была написана по заказу, как рекламный, ну, ролик, что ли, рекламная песня в честь открытия первого фуникулера на вулкане Везувий. Фуникули, фуникуля. Солнышко.